Как всегда, значит, готовы рассматривать любые пожелания. Ну, как обычно, и ваши коллеги, и эксперты делают выводы, значит, высказывают, значит, свое мнение. У нас немножко, значит, все по-другому. Мы встречаемся, общаемся, тренируемся. Ну, что касается пожеланий, значит, там, значит, ну, по соперникам, ну, давайте начнем же, давайте будем же не забывать, что и с нами же не все хотят играть, правильно? Значит, я уже отвечал на этот вопрос, а почему, значит, с вашей стороны, а почему вот, значит, вы играете, значит, вот будете играть вот с такими командами и так далее. Значит, мы выбирали, значит, из того количество команд, которые с нами хотят играть. Значит, мы, может, тоже хотели бы сыграть с другими командами, но они, значит, с нами не имеют желания. Так что это вот, на эти два момента хотелось бы, значит, ответить. А то, что дальше, значит, и то, что, значит, происходит, ну, мы же прекрасно все понимаем, мы со своей стороны, вы со своей стороны, значит, все прекрасно понимаете. Франция же, наверное, значит, входит в пятерку элитных команд, да? Бессомненно. Да, значит, а если, значит, сравнивать, да, желание, и у нас желание есть. И возможности. А возможности, вы должны прекрасно понимать, что мы всегда отталкивались, значит, и отталкиваемся, потому что, ну, столько там, значит, информации дается о том, что и даже, значит, сейчас вы говорите так, значит, хорошо бы было, значит, но опять же, значит, уровень нашего чемпионата сейчас немножко другой. И это же не только, допустим, ну, касается сборной, это касается и клубов, значит, Еврокубки, да, хорошо, значит. Остался, значит, у нас было, значит, их несколько клубов, остался один, значит, в Еврокубках. Так что, а как сборная наша не может быть, как говорится, вот в стороне от того, что происходит в нашем футболе.